Приветик. Треба натиснути на плюсик. Бо я щойно пробувала, а в мене вибиває Інстаграм. Прийшла ще раз очистити. Всім привіт. Так, зараз. Привіт, всім привіт. Так, по-моєму, вийшло. Да, вийшло. Так, значить, у нас перше інтерв'ю було, ну як не інтерв'ю, було протестування, да, ВЛБМАС. А зараз предлагаю, щоб ми розказали людям, хто такий Антон Блохін, для тих, хто не знає. От, що він там так... Трохи про триатлон, да. Наробив, що його всі знають, і в Харкові, і в Києві. От, трошки про себе розкажи нам. Ох, ділов я наробив прилично, чесно. Ділись. Чесно кажучи. Ну, перше, що в триатлоні я вже 22 года. Вот. Ну, естественно, сначала был там юниорский спорт, юношеский. Потом были сборные, не сборные, и потом уже профессиональный триатлон такой, ага, уже, на длинные дистанции. Ага. Вот. Значит, триатлон мой начался в 2002 году, когда выиграл чемпионат Харьковской области. По-моему, спринтерская дистанция была, плыли в болоте в каком-то, ехали с машинами по частному сектору и бежали где-то там тоже. По частному сектору. Сейчас так смешно звучит, а тогда это, между прочим, грандиозное событие было. Да, да, на минуточку, это действительно было очень круто. Ну и такой второй момент, это стал, ну, мастера спорта выполнил в 2005 году, стал чемпионом Украины по юниорам, и соревнования проходили в Киеве на Голосеево. И, значит, как же это озеро? Плыли в озеро Дидовка или Дидоровка. Вот, это возле монастыря там внизу. Вот, оно сейчас имеет такой очень непривлекательный вид, но тогда было вообще просто... Ну, может, мы молоды были, но оно реально было... Память уже трошки подтерла, да? Да, да, да. Вот, и мы там, значит, плыли, по-моему, два круга, ехали на велосипеде вокруг Голосеевского парка, и в самом Голосеевском парке уже бежали. Вот, тогда стал первым по юниорам, четвертым по мужикам, выполнил мастера спорта, отобрался на чемпионат Европы, вот, поехал в том же году там на чемпионат Европы, на первые сборы свои там в составе там, типа, сборной Украины, были они в Броварах. Вот. И, значит, этот... так, ну, и, значит, вот так вот началась такая, как бы, спортивная карьера, более профессиональная. Потом мы, уже у нас была сильная команда Харьковской области. Мы выигрывали и командные гонки, и эстафетные гонки, и ребята... В личке там у нас все как бы и в призах, и чемпионы Украины, и в призах всегда, и в команде, и в личном. То есть у нас как бы сильные ребята. И вот даже, ну, вот один из парней, который там в нашей команде был, это Ростислав Певцов, вот участник Олимпийских игр от Азербайджана. От Азербайджана вот в Париже, в Рио. Вот. То есть такое у нас так... Знаменательная командочка была. Как тренировалось, что вы такие сильные были? Что вы делали? Что тренировалось? У нас очень такой реально очень умный тренер был, разбирался во всем, как бы качественно очень тренировал. Вот, и, ну, он реально глубоко очень разбирался вот в триатлоне. Поэтому мы как бы имели высокий, как бы, результат, именно у группы именно был высокий результат. Вот. К сожалению, были, конечно, всякие, скажем так,
схемы государственные, по которым мы не могли куда-то то поехать, то в сборную собраться. Угу. Да, то есть было очень как бы такое время, ну, не для всех, скажем так. Хорошо, а чем вывозили? Ездили, например, тренування там по месту, да? Мали ехать на сбор осенью, а вы как бы не поехали и решили устроить сбор дома. Да, да, угу. У нас все так и было. Мы ездили, все ехали на сборы типа, куда-то там, на Кипр. Было, типа, сейчас ты, если что, здесь там на сборах, но ты бегаешь дома. Да, да, так, если да, 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 да. А, так, да. Я, да, оказывается, туда поехал, ну ладно. Да, ну приблизительно так и было. Потом уже так чуть-чуть просветление пошло, уже начали чуть-чуть шире ездить и на сборы там как-то, и просветлением быть. Вот. Ну, мы все служили вообще в армии, вот, все служили в армии спортсменами, и я также, меня это также не обошло, вот, с 2005 года послужил я в армии 10 лет, значит, в Нацгвардии в нашей, тоже спортсменом-инструктором, и в призах там на офицерском тройборе забегал, и по бегам тоже, по кроссу легкоатлетическому, по пересеченной местности, по вузам МВД, по внутренним войскам. Угу. Ну, тогда были внутренние войска, а не Нацгвардия. Вот. В общем, ну, это было веселое вообще время с военной зарплатой. Это просто это... Она была, по-моему, $50, но реально за эти $50 мы с моими этими друзьями, триатлетами, успевали ходить пару раз в неделю в клуб. Перед тренировкой. Вот. Ночной клуб это было. Да, это было так, как это. Пацаны, пацанами, извините, да, надо и как бы и поработать, и отдохнуть. Хорошо. Не, ну, конечно, но мы никогда себе не обделяли в отдыхе, поэтому... на самом деле, это частично успех спортсмена, реального спортсмена, который не застегнут. То есть не нужно быть застегнутым, нужно уметь и отдохнуть, и напрячься, и очень важно в спорте уметь расслабляться. Угу. Вот многие там, блин, мне надо напрячься, напрячься, напрячься. Это не надо, надо научиться расслабляться. Если вы умеете расслабляться, значит, тело будет понимать, что для него напряжение. Если все время пребывать в напряжении, то сразу же потом ты не понимаешь, когда там ты расслабляешься, не расслабляешься. Тело думает, да я же так в напряжении, куда мне еще дальше? Угу. Вот. Ну и происходят там нервные срывы, либо просто башня едет так. Вот. Есть. Давай у нас пару рекомендаций, да. Как расслабляться. От Антона, человек, чтобы там знает, как и напрячься. Я не могу это. У нас может быть даже массовый эфир, поэтому я не могу там рекомендовать. Да. Нет, ну я вообще как бы... после финиша, вот длинной дистанции, давай. Пиво must have. Сколько пива? Ну, оно у меня 2 литра, как в сухую землю, обычно уходит. Это не, ну, и не пьянеешь даже так. Изотоник, изотоник, да. Да, 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 ну, восстановление. Хорошо. А на следующий день что там робиться с организмом? После длинной дистанции или после пива? После длинной... Ну, длинная дистанция. Но лучше, но без пива намного сложнее все. Угу. Ну, с пивом сразу. Во-первых, как бы длинная дистанция — это большая психологическая нагрузка. Да, то конечно, ты еще начал делать, а тебе уже психика такая пошла. Да, 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 да. Я даже как бы своим спортсменам многим рекомендую вот, когда перед длинной дистанцией половинка там либо Ironman, именно вот за день до старта выпить там бутылочку пива, там, к примеру, там 0,5 пива. Вино не надо, вино сушит очень, на поджелудочную может воздействовать. Пиво легенько, комфортненько, хорошо ложится, вот, мозг расслабляется, надо и вы выступаете лучше. А вот это вот вы когда, ну, и так как бы спортсмен подходит к гонке, он в психологическом перенапряжении. Это профики, это как бы могут вытерпеть, там, к примеру, там. То есть, вот, к примеру, я там короткие дистанции, ни в коем случае нельзя расслабляться, ни в коем случае нельзя пить алкоголь, там, там, ну, прилично за время, там, определенно. Надо быть в тонусе, надо быть таким на отстрел, там, вот. А перед длинной дистанции нужно подходить расслабленно. Там время есть, чтобы напрячься. Поэтому
длинную дистанцию выигрывает не тот, кто там показывает очень сильные тренировки все время, которые сумасшедшие объемы, а тот человек, который правильно их распределяет, правильно находит баланс между перенапряжением, между напряжением, между расслаблением. Вот. Все должно быть в балансе. Стараюсь так и жизнь вести в балансе. Ну, просто проблема в чем? В чувствовании вот этого ритма. Когда ты сам с собой, ты же адекватно не можешь оценить. А когда у тебя тренер как бы со стороны смотрит, он тебе говорит, тут послабее, тут можно пиво выпить, завтра вот такую тренировку сделать. Да, да. Тренер вмешивается, так сказать, в регуляторную политику организма. Вот. Ну, на самом деле, ну, это как бы не панацея, но от этого, конечно, лучше отходить, но из практики скажу, что все высокого уровня спортсмены все равно отдыхают законным образом. Да, поэтому тут как бы за свою жизнь я перетренировался с очень большим количеством людей, и, к примеру, такой вот там у нас даже сленг был, если там в сезоне ты не пьешь алкоголь, ну вот среди профи, значит ты на допинге. И был, значит, случай, значит, мы сидели в горах Фонт-Ромео в Олимпийском центре подготовки, и, значит, этот высота 1850 метров, и, значит, у нас у члена нашей команды, там, ну, как бы, команда не команда, это члена вот этой нашей спортивной группы, грубо говоря, которая там сидит, был день рождения. Это был бельгиец Юрий Ван Стиланд. У него очень сильный брат был. А Юрий такой, ну, средненький, ну, может там периодически показать что-то. И мы, значит, мы готовимся, в принципе, там все готовятся к двум гонкам всего там. Айронмен Ницца и Айронмен Клагенфурт. Я и мой сокомандник, еще один, да, мои два сокомандника готовились к Клагенфурту. Чемпион мира на тот год Фридрих Ван Лирде, он в нашей тусовке тоже был, он готовился к Айронмен Ницца. Барт Арнаутс тоже готовился к Айронмен Ницца, и тоже там Нина Крафт был, ну, короче, еще несколько девочек таких довольно-довольно сильных были. И, значит, и у нас такой в кафе, там, в пиццерии сидим, стол длинный, значит, у нас этот винище хлещется там. И такое, раз там замечаем, там двое не пьют. И, значит, этот Фридрих Ван Лирде, чемпион мира, он на тот момент на Гавайях, человек, выигравший Кону, он говорит, Юрий, я что-то не понял. У нас же, у тебя же день рождения, а ты не пьешь. Что-то тут нечисто. Они как бы, ну, они бельгийцы, они все время там, они все жестко по алкоголю выступают, особенно в межсезонье, либо там в какой-то подготовительный период. Вот, и, ну, как бы такое, когда они, кто-то не пьет, это как бы вызывает вопросы. И такой же вопрос он потом задает этому, своему злостному сопернику, это Фридрих, был баттл Фридрих Ван Лирде и Барт Арнаутс. И, значит, у Барта Арнольдса на тот момент, да и, по-моему, сейчас, это самый быстрый бег был на Ironman Ницце, это 2 часа 36 минут. Вот. И, значит, Фридрих к нему тоже. Барт, я что-то не понял, ты очень усердно готовишься к Ironman, к Ницце, типа, что ты сегодня не пьешь. Он, да, я там приболел, там, ну, короче. В общем, ну, в принципе, так. Это рабочая практика, да, спортсмена. Рабочая практика. Поскольку я не принимал никогда фармакологию, вот, которая там запрещена, на которую там действует там негативно алкоголь, вот, поэтому я всегда вовремя расслаблялся. Вот, ну, короче, там интересные моменты вот в таком формате были. Вот, и как же начал заниматься, значит, длинным триатлоном, служил же, что я в армии, там, подписывали мы контракт, там, на 3 или 5 лет, уже не помню, честно. И мне, получается, у меня выходит очень плохой год, очень плохой сезон, я в начале года заболеваю сильно, болею, там, полтора месяца, в итоге форму не могу за сезон набрать, выступаю плохо и в триатлоне.
У меня, значит, обязательства перед армией еще год. То есть мне все равно по-любому надо спортом еще год прозаниматься. Ну и мне как бы очень хотелось выступать на длинной дистанции, попробовать Ironman. То есть все-таки, ну я как бы жил триатлоном. У меня вся комната была, мои друзья подтвердят это. Она усеяна была плакатами триатлона. И даже у меня там двухэтажный дом у мамы такой, старой постройки, и низкие потолки. И у меня, значит, кровать фактически там на полу. И, значит, под потолком, на потолке наклейки такие там. Плывущий, едущий и бегущий там. Короче, ты... И там, да, и на стенке такая там, Антон, если ты там не будешь плыть там, что-то там из 17:50 там... Ехать из 56 минут 40 км и бежать из 32 минут десятку, то типа, ну, тебе делать типа нечего. Ну, как, знаешь, такое self-motivation, ну, типа, самомотивация. Кто написал? Я написал? Да. Я написал, да. И на тот момент, ну, как бы, я реально так жил триатлоном. Вот, и, значит... Не могу завязывать с триатлоном, потому что нужно провыступать за армию еще. И думаю так, я сейчас потренируюсь еще и выступлю в длинном. И в итоге у меня там 2009 год, я начинаю выступать в половинках. Друзья там на тот момент уже как бы бывалые, это чемпион мира в лонг-дистанс триатлоне. Это Виктор Земцев и чемпионка мира Тамара Козулина, как бы выступают такими как бы менторами-консультантами. То есть это не те, которые тебя тренируют, а которые там тебе... Да, ты спрашиваешь, а стоит мне это делать там? Они говорят, да, или вот этого не стоит, или как двигаться в том направлении. Мой тренер тоже как бы меня уже не тренировал. У нас с ним состоялся такой диалог, которому я благодарен вот всю жизнь, и этот диалог – это пример настоящего сильного тренера. Это умение отпускать спортсмена. Правильно. Вот. И очень многие тренера у нас этого не умеют делать. Они берут спортсмена, доводят он, к примеру, там, до пика там, на юниорах, а потом они думают, что они еще знают, обладают знаниями, чтобы ему дальше повысить форму, и они его просто гробят. И все. И то есть они его домучивают, а, к примеру, спортсмен взял бы, поменял тренера. Или тренер сам бы указал бы, куда ему там переходить. И уже бы... Проще было, да, и силы было бы. Да, и у меня тренер сказал так, он говорит, слушай, говорит, я в плавании, ты с нами можешь плавать, но реально... на длинной дистанции, я, говорит, в этом не особо понимаю, мне как бы не сильно хочется в это нырять и разбираться. И на минутку, тренер на тот момент был тренером, у него мастеров спорта было, но человек 20 точно, у него пацаны были, международники еще по морскому пятиборью, вот, команда целая, ну это реально как бы сильный, ну как бы тренер с сильными показателями спортсменов, и причем у него процент, которых он там загнал, не было вообще как бы таких, ну, да, людей. Адекватно относился, да, очень адекватно, и вот, вот этому я как бы благодарен, что он меня как бы вовремя отпустил, спасибо, Лев Николаевич. Вот, значит, и... Ну, я его всю жизнь вообще как бы не понимал, своего тренера. У нас были конфронтации очень большие, то есть там жесткие конфронтации. Я его понял только когда начал сам тренировать людей. Ты знаешь, как мамка, а я ж вырастешь, буду свои дети, поймешь. Да. Вот, и значит, на длинную дистанцию позвали меня ребята, поехали мы в Польшу. И я занимаю там призовое место, зарабатываю чуть-чуть денег. Потом договариваемся, что я еду... также на чемпионат Чехии участвовать, там еду туда, зарабатываю тоже чуть-чуть денег, попадаю в призы. И договариваемся, значит, с федерацией участия чемпионата Европы 2009 года на длинной дистанции. Она имеет формат больше, чем половинка, она имеет формат 4 километра плыть, 120 километров на велосипеде и 30 бежать. Ну,
Реально он у меня даже чашечка такая. Iron Man 70.3 Варша. Вот. И значит... А у меня не было, у меня вот такая. Девочка. Не Iron Man. Пока что. Опа, пока что. Хорошо. Это очень хорошо. Значит, и еду я, значит, на этот чемпионат Европы. Плавание 4 километра быстро для меня не было особой проблемы. Я выплыл там в первой пачке, все. Поехал. Ну и думаю, да что там, господи, тридцатку плюс вело там проеду там. Вот. Экстроисик сделаю, да? Да. Короче, меня как на 120 ехать, меня на 105-м км как накрыло. Я еле 15 этих последних, я еле доехал. Реально, мне уже как бы такие вилы были. Еще ж бежать. Побежал я, бегу, километров 15-16 пробегаю, думаю, ну и в баню этот триатлон. Лучше пойду работать куда-то, потому что это просто невозможно. Настолько больно и тяжело все было, что просто капец. И значит, я вот это вот страдаю на этом беге, и там последние 2 километра... А? 30 километров страдал. Да, и ну не 30, но 15 точно последних страдал. Значит, и значит, последние 2 километра по стадиону были. По ипподрому. А. Такой гаревая дорожка. Вот. И значит, бежишь, ну и слышно, ты шумишь, как бы такой чух-чух-чух-чух. И слышу, сзади что-то чухает. А я уже даже не знаю, какой я бегу, но мне уже это состояние, которое уже по барабану все уже там, хоть ты там 350-й, потому что тебе лишь бы до финиша добраться. Оборачиваюсь, а там этот сильный очень спортсмен такой, если погуглить, был такой Петр Вобрушек, чех. Он, по-моему, призер чемпионата мира, там, победитель Норзмена, рекордсмен Норзмена. Он, ну, такой сильный на тот момент, очень сильный спортсмен. И он меня, значит, эти, ну, догоняет. Так, как, я думаю, да ну, понял. Я как... Ну, короче, я у него выигрывал, все. Было тяжело? Да, было тяжело, но, короче, финишнул, все там. Короче, отпустило. Я себе, значит, все равно, как бы, метил на 2010 год Ironman полный делать. Поэтому у меня как бы уже как бы это все в плане. Но реально после этого чемпионата Европы я думаю, ну его в баню этот полный Ironman. Да, я в офис прочувать. Да, ну пошел я прочувать, значит, делали мы крыши, потом с товарищем. Потом утром мы... еду на работу на велике, работаю, да. Еду назад, потом я где-то поплавал, да? Ну вот... Да, вот это уже называется, когда профессионал становится любителем для того, чтобы стать профессионалом. Значит, мой день на тот момент, в 2009 году, осень, весна, представлял такую картину. Значит, мне нужно было заработать денег, собственно, на сезон, потому что у меня как бы никто бы мне там ничего не спонсировал. Mm-hmm. То есть у меня были какие-то там призовые деньги, но это и была зарплата военная. То есть, ну, для этого как бы было мало. Зарплата, ну, там, уже, наверное, на тот момент, там, долларов 100, наверное. Mm-hmm. Военные же состоятельные очень люди mm-hmm. там были. Да. Вот. И, значит, пошли мы с другом, ну, надо же чем-то как-то зарабатывать. Чем будем зарабатывать? Давай эти крыши строить. Давай. И, значит, мы всю осень... У меня график такой был, утром потренировался, днем пошли мы там, ну, находили там объекты и вдвоем там что-то строили, подшивали крыши, там что-то ремонтировали, вот, потом там тоже папа друга моего, он тоже нам решил помочь, он устанавливал видеонаблюдение, сигнализация, охранная всю штуку на заводы, там, на предприятия. Mm-hmm. Ну и мы, как эти установщики, там тоже по крышам там лазишь, там по заводам, в пылюке в такой. Вот. И утром идешь на трешу, после треши перекусил, поехал, поработал. После поработал, побежал. Mm-hmm. Вот. Станок я зимой не крутил. Вот, ждал сборов. Ну и вот так вот до февраля месяца где-то тренировался, потом уже ехал на сборы там в Ялту,
Вот. Как бы, и уже готовился, собственно, к сезону. И уже там подготовился, у меня уже начался там стартовый год, там это вот этот первый Ironman, причем получается, что от решения до старта это было 2 сезона подготовки. То есть я, будучи вот вот не в угоду спортсменам-любителям, которые приходят и говорят там типа, я готов сделать за год, я готов сделать там за полгода, я готов там... Я был мастером спорта, действующим мастером спорта. Я готовился к длинной дистанции 2 года. 2. То есть для длинной дистанции нужно пройти определенно большой объем работы, объем тренировок. Я бы ушел в другую работоспособность, Да. жизнедеятельность. Да. Вот. И значит, первый мой Ironman Клагенфурт, это блестяще. Я его делал всего, по-моему, 6 раз там, я уже не помню, и гонялся вместе с Яном Фродена, и Ян выиграл, я на тот момент стал 6-й. Вот, мы вместе как бы на, ну, получается, на сцене стояли, награждение. Вот, был в Клагенфурте 5-й, был 4-й, и... Первый мой Ironman, вот я не помню в середины вообще там какую-то. Ну, бывали какие-то знаменательные гонки, которые просто запоминаются, потому что что-то происходит. А так ты все как бы колбасишь, там ты выбрал, все работает. Каждую не вспомню даже. Но первый Ironman помню вообще четко. Значит, я ж готов, там все, там мощный, классный. И значит, Я даже представить себе не могу какие-то ощущения, если честно. Вот прям вообще. Ну, подготовку еще как-то я себе могу представить. Но сам вот этот момент, когда ты уже подвелся, и вот-вот оно сейчас начнется, эта истерика 9 часов или 8. Вот. Но я скажу вот сейчас, вот это вот предстартовые дни в Ironman, это самые фантастические дни, что вообще есть. То есть я вот, я очень люблю триатлон, я живу триатлоном. Вот, триатлон как бы это я. И я попадаю в эту среду, когда 3000 спортсменов, любители, мы все идут в этот шатер там на регистрацию. И ты видишь эти пылающие глаза этих спортсменов-любителей. Вот они настолько энергетически заряжены, что А, конечно, это вообще. просто космос. Они, там, когда проходят там вот... сейчас на многих стартах уже от этого отказались. Раньше были open-банкеты. Это значит такой пир с бухлом, там, совсем с пивом, там... пастапати, значит, пиво алкогольное, безалкогольное, все, что хочешь. Но тогда все алкогольное пили в основном. Мало кто там безалкогольным баловался. И значит, шатер это 3000 людей, там может даже 5 сидит, потому что кто-то с семьями, с женами, с девушками там. И начинается там вот это представление там стран, там какая-то там страна, там флаг, и все начинают бро, там вау, там. И Шоу оно... типа, да. Да, и это очень фантастически, как заряжает просто. И Ironman Клагенфурт это сам старт, в который с многолетней, как бы, по-моему, ему там 30 лет было, по-моему, лет 5 назад, или может 4. Значит, там фантастическая поддержка на всем беговом этапе. Это, ну, как бы, он конкурировал долго очень с Challenge Road, они конкурировали, как кто круче сделает, типа. Потом они конкурировали, кто рекорд поставит, там, кто не поставит, значит. И весь беговой этап, ну, почти весь, 95% это болельщики стоят. Все свистят там, все там в колокольчики. И ты не бежать ты не можешь. Но ты не Рука, ты можешь сразу пришла. перейти на шаг, потому что ты только на шаг переходишь, тебе кричат, о, keep going, там, ну, там этот, ну, что ты расслабился вообще? И Тонус значит, такой, да, извне, такой бежишь да, и и я никогда не бегал марафон до этого. Я и вообще до этого, и до настоящего момента я никогда не бегал чистый марафон. Вот, и надеюсь, я его не побегу, не хочу. Вот, значит, и я бегу, у меня вот эта табличка 38 километров,
Она у меня как, ну вот я ее как вчера вот сейчас помню. У меня наворачивается сразу комок там эмоций, слезы, радости. Я понимаю, что эти 4 километра я даже ползком доползу там, ну то есть я по-любому финиширую. Вот, значит, ну там уже потом 41-й там, и значит такое поворачиваю, это история, которую я рассказываю на всех этих, про первый Ironman свой. Я поворачиваю, значит, а там финишная такая прямая, Г-образная. Ты бежишь прямо 100 метров, и потом поворачиваешь, и 30-40 метров, и уже все, финишная арка. И ты вот эти 100 метров, стоит толпа людей, которые тянут руки, и, ну, не поддаться, не дать всем ладошки, это просто невозможно. И, значит, бегу такой, поворачиваю на эту прямую, и смотрю, там передо мной чувак бежит, вот эти ладошки раздает. Я не знаю, я реально как бы на 41-м километре я уже готов был пойти к праотцам, и мне уже вообще ничего не хотелось. Тут откуда-то появляются силы, переключение передач там начинается. Короче, я начинаю ускоряться, финишировать туда. Я догоняю этого чувака уже прямо на повороте. Он вот так поворачивает, он меня видит и начинает тоже ускоряться. Делает такое. Но Айронмен резкие вообще ускорения не прощает. Это сразу же такая это. Сразу хлоп и минус один. Да, там, ну, сразу же судорога там или сведет. И он такой, я вижу, что он делает там 2 шага. Но я уже разогнался, я уже просто херячу там, Так ты что еще есть до силы. того, как я его догнал, уже разогнался. Да. Я уже типа все уже, мне уже все равно, лишь бы обогнать. И я, значит, финиширую, обыгрываю его, обгоняю. В итоге я 10-й, он 11-й. 10 мест они на пьедестал, на сцену почета и получают призовые. Да, получилось. Чувак не рассчитывал вообще. Да, он вообще Думаю, меня тебе сейчас рассчитывал, я не видел. 5 тысяч дам, забегу себе потихоньку. Вот это вот спортивный интерес, когда ты до финиша Да. борешься. Поэтому вот этим примером говорю своим спортсменам, до конца, боритесь до конца, потому что очень часто это у нас GPS-ы все сбивают, тогда мы бегали без GPS-ов. И значит, GPS-ы все сбивают, что ой, там 2 километра, и очень часто это на марафон, когда бегут, ошибаются, типа 42, там 195, там, ну, грубо, 200 метров. И все считают, что это 42 километра, и они бегут там, финишируют, а арки нету. И они такие, где же арка там? Вот. Часы пропикали, уже все, уже пора тормозить. Да. Но это очень часто, когда спортсмены, знаешь, а-ля там, из 3 часов хочу выйти, там, и они какой-то децл там выбегают, да, там. Смотрят там, они там, о, я вписываюсь, ага, вписываюсь, еще минуту хотя бы надо бежать 200 метров. Вот и Да, это. обидно получается. И, собственно, вот этот Ironman мой, он зарядил так, я понял, что вот это вот как бы теперь мое. А потом пошло, я попал в десятку, меня пригласили в Японию на Strongman. В тот же год я еще один Ironman сделал, чемпионат Чехии, Железняк он назывался, я его выиграл. Вот. И так пошла уже спортивная карьера, длинного, ну, триатлета на длинные дистанции. Потом уже выступал за клубы различные, профессиональные, уже как бы спортсменом на зарплате был, ездил на сборы там под различным уже финансированием. Ну вот. И в 2019 году даже вернулся обратно в сборную Украины на олимпийской дистанции, потому что забежал в тройку на Олимпийке, чемпионате, потом забежал на Кубке Украины, потом выиграл длинную чемпионат на длинной дистанции, короче, все повыиграл там и отобрался в сборную. Ну, а потом ковид, и вот с 2020 года, вот только в этом году первый раз вернулся уже в Ironman, и надо потихонечку продолжать. Уже следующий сезон уже буду делать уже 2 или 3 старта, уже как бы более так подготовлюсь, распланирую. Вот, уже не страшно. Вот. Что касается личных результатов, это лучшее плавание 3,8, это 48 минут.
3 километра 800 метров. Это второе плавание на Ironman Клагенфурт. Первое в тот момент выплыл первым Ян Сиберсен. Это владелец компании, производителя гидрокостюмов Sailfish. Вот, это пловец, участник Олимпийских игр. Вот, значит, я выплыл вторым с временем 48 минут. Что касается велосипеда, лучшее вело на полной дистанции — это 4 часа 17 минут. Быстрее еще как бы никто не ехал у нас из постсоветского пространства даже. Вот, 180 километров. Лучшее вело на 90 километров — это 2 часа 2 минуты. Это около 45, по-моему, средний или 46 километров в час. Лучший бег на Ironman, марафон, 2 часа 47 минут. Лучший бег на полу, ну, на Ironman 70.3, час 13. Чистую половинку я бежал там час 11. Вот. 10 километров на триатлоне, лучшие 31.50. И на стадионе 32.10. Вот. То есть, кто там хочет, там какие-то бывают там любители у нас посравнивать результаты, пусть посравнивают и подумают, смогут ли они после вела. Ну, после 10 часов марафончик, да, из 4 минут на километр пробежать. Вот. Откуда сила, откуда здоровье? Мама спортсменка, папа спортсмен? Ну, дело в том, что, наверное, ну, как бы папа вел у меня тоже. Ну, у меня и папа, и мама вели активный образ жизни, реально, но никто не был профессиональным спортсменом. Мама просто каталась на лыжах, увлекалась там каким-то бегами, но это была как зарядка, реально. Вот. Иногда подплавывала. Вот. Ну, сейчас маме моей 75, она сейчас ходит в бассейн, проплывает за 40 минут, проплывает километр, километр 100. Потом она бегает по 2-3 километра, ну, там она через день делает зарядки, то есть она как бы такая бодрячком. Отец у меня, к сожалению, там умер в 2000 году, ему было 50 лет. Он, ну, он мастер спорта по самбо и по борьбе. Вот. У меня, собственно, старший брат, он мастер спорта по борьбе, по вольной. Вот. А в спорт меня отдали, потому что я плохо очень ходил. И это одна как бы теория такая, что почему победило плавание. Потому что вроде как плохо ходил, и это было очень полезно. Но папа настаивал на борьбе. А мама настаивала, у меня хороший слух, как бы музыкальный. Ага. Мама настаивала на музыкальной школе. И получается, мы жили в небольшом городе, там на 300 тысяч людей в Беларуси. И значит, автобус останавливался прямо напротив входа в музыкальную школу. И мы вышли, я тут понимаю, что... Ну, а мне как бы было, я как бы в детстве очень много дрался там просто. Ну, еще брат борец там, мы постоянно... Приемчики накинуло такое, да, давай. Приемчики, ну, меня бросали там этот прилично. То есть дома там и боксерские перчатки, и всякие пояса, и кимоно, и самбетки там. Ну, короче, развлекались как могли, там называется. Ну, и там этот же, что же... как говорится, лихие 90-е, там все там веселые были в небольших городах. Там. Вот. И значит, понимаю, что если я в музыкальную школу пойду, то, скорее всего, не очень будут рады. Вернее, я не очень буду рад, потому что остальные меня будут просто бить. Скорее всего, эти с района ребята. И мы тут реально школа музыкальная почему-то была закрыта. И мама такая: ну, пойдем в бассейн. И мы перешли дорогу, и напротив, да, здание бассейна. Господи, как я этому благодарен, это просто невозможно. А бассейн, ну, папа говорит, типа, на борьбу, ну, борьбу не вариант уже как бы был. Так бассейн понравился тебе или пришлось потом любить? Честно,
Вот одно из моих таких моментов, я никогда не хотел быть профессиональным спортсменом. Я никогда им не планировал быть, стать. Я, в принципе, учился я средне, но я закончил физико-математический класс в лицее. Вот. Потом образование первое у меня – это инженер-конструктор по автомобильным двигателям. Я техническое образование у меня. Я люблю там автомобили. У нас там все там, короче, технически все подвязано там такое. Я никогда не думал, а чтобы тренером стать вообще, боже упаси. Ну, видишь, как тебя далеко завело, ты еще и свой беговый клуб взял. Ой, триатлоновский клуб. Да. А ты тренером стал почему? В какой-то момент, ну, ты дорастаешь до такого уровня, что тебе хочется, ну, там, делиться. Это не было, как бы, у меня тогда были довольно хорошие гонорары спортивные, и это не было, как бы, ну, там, каким-то там, не могло бы стать каким-то заработком. Я об этом как бы даже не думал. Ко мне там обратился первый мой спортсмен, вот, он до сих пор тренируется, это в 2012 году, и значит, и говорит, слушай, ну, ты тренируешь? Я говорю, нет, ну, если хочешь, говорю, можем попробовать, ну, говорит, как пойдет. И потом, ну, попробовать, потом оно так все раскрутилось, что, во-первых, я на самоизучении был всего, потом тренировал одно время там бельгийскую команду, тренировал там, потом чуть там развивал уже свой клуб, вот, начали планирование тренировочного процесса, первыми там в Украине мы начали использовать Training Peaks платформу. Вот, начали вот в этом углубляться. Потом школа триатлона от Всемирной Федерации Триатлона. Это, получается, такие тренерские, как бы, курсы. Они сначала онлайн, потом ты переезжаешь в офлайн. То есть у меня там первая ступень была в Словении, вторая в Южной Корее. У нас там, ну, в Украине там еще, по-моему, три таких, как бы, тренера. Ну вот один у нас в клубе, второй Рома Король, и, по-моему, третий это, по-моему, Аня Абдулова. Вот. Значит, вот эти вот курсы, они абсолютно полностью на английском языке. Они сейчас, они потом там адаптировались. Вот когда я проходил, они были на английском языке. Там, в 2016 году, по-моему, проходил, в 2016-2017. И потом ты их каждый год уже проходишь аккредитацию, ты проходишь тесты и там, типа, обновляешь аккредитацию. И, значит, вот это вот, как бы, тренерское там мое там такое сертификат именно по триатлону. Ну и все остальное на самообучении. И когда спортсмены там у тебя... Ну, у меня спортсмен бельгиец, к примеру, он пятый на Гавайях был по группе 40-44. Вот. Причем он был там два раза так, два года подряд. Тоже призер айронменов. И ты, как бы, ну, растешь, ты учишься на спортсменах. И самый большой показатель тренерства – это то, что... И вот чем вот я горжусь реально вот в клубе. У нас в клубе есть люди, которые пришли с самого начала клуба и до сих пор занимаются. И у них есть результат, у них нету травм, они вот они показывают, они наслаждаются жизнью, мы не перебарщиваем со спортом, мы не делаем из них застегнутых людей, на спорте людей, это не нужно. Спортсмен-любитель должен, это как хобби, должен наслаждаться, он должен получать эмоции от спорта, это должно приносить энергию, просто он должен гореть. Вот. И вот они у нас уже сколько? 10 лет. Ну, это достижение, я считаю. В клубе сейчас 140 спортсменов, сейчас у нас покрытие 9 стран мира. Вот, офлайн тренировки очные в Киеве, в Харькове. Вот. Как бы. Ну, сейчас очень сложно
реально найти адекватного тренера, который будет понимать спортсмена, который будет уметь с ним общаться, который будет находить общие волны и будет реально понимать в спорте, как не загнать спортсмена. Вот. Ну, это адекватность и чувствительность к людям. Эмпатия какая-то тоже. Так, качества, наверное, основные. Ну, да. Ну, я скажу, что в клуб мне приходилось не раз искать тренеров, нанимать тренеров, и это опыт не очень. Я пообщался, я понял, почему как бы у нас это реально тренерство, это низкоквалифицированная считается работа. Ну, я себя и тренеров нашего клуба, и в принципе, скорее всего, даже остальных тоже тренеров по триатлону я не отношу к как бы к низкоквалифицированным работникам. Мы все имеем очень достойные заработки, мы можем себе многое позволить, мы у нас другой уровень, мы там high level там тренера, вот. И соответственно и гонорары тоже соответственно такие, потому что мы тратим на спортсменов свою энергию, тратим свое время. А уже спортсменам выбирать, там, вы хотите там, качественного тренера, с которым вы проживете реальную, здоровую, большую спортивную жизнь, либо вы хотите там, на придурке на каком-то поломаться там, и все. Угу. Вот. Поэтому у нас... Спорт по жизни — это тренер. Да. И клуб прошел реально как бы... Морально не каждый выдержит вообще как бы других людей, жизни других людей, проблемы других людей, еще с этим справляться как бы и помогать. Да, ну реально тебе нужно как бы местами там действительно стать большим психологом, тебе нужно находить общие темы как бы для разговора, тебе нужно балансировать. И по факту, что я всегда со своими, ну как бы, будущими спортсменами, ну, либо там наши тренера, там, они тоже, когда происходит беседа, первая беседа со спортсменом, вот он уже как бы пришел, да, к нам в клуб, либо там спрашивает, я говорю о том, что, друг мой, первый месяц у нас будет самый тяжелый, потому что мы будем с тобой знакомиться и будем притираться. Да, морально это очень, да, как бы, не все хотят притираться, они такие, ну, это чуть-чуть похожу, а потом как бы, вот, да. Посмотрим, да. Если, я говорю, если у тебя две девушки одновременно, то ты мне, пожалуйста, скажи, чтобы я хоть понимал, как на грунт разделить. Вот. Ну и получается, что да, ты как тренер там держишь какие-то тайны, у тебя как бы, как у врача, врачебная тайна. То есть потом мы заапдейтили, у нас там велостудия, к примеру, в Харькове была, она была, работала с 2016 года. У нас все станки интерактивные были, уже в Звифте крутили там ребята, ну и апдейтили там станки там каждые 2 года. Вот. Потом мы купили лабораторию VO2 Max. Мы ее купили для того, чтобы тестировать своих спортсменов. Вот. И сейчас вот эта лаборатория, вот я как сейчас как сам тестирую и сам учусь на других также спортсменах. Я нахожу, вижу кучу разных там моментов, кучу особенностей, какие люди могут быть там. Когда ты понимаешь, ну, многие приходят и делают тестирование, уже когда они там прозанимались какой-то период времени и говорят, типа, вот я столкнулся там с препятствием, что мне делать? Я говорю, да не знаю, что делать, давай сейчас протестируемся и посмотрим. И смотрим, там у человека нету, к примеру, там аэробной зоны, или он там закисляется моментально сразу после перехода в VO2 Max. И ты ему говоришь, ну вот, значит, ошибки были вот в этом, вот в этом. И когда я делаю анализ этого всего, я как бы свой мозг тренирую, обучаю, чтобы понимать, где могут быть, ну, понимать примеры ошибок, которые допускают другие тренера и так далее. Да. Поскольку, ну, я очень сильно уважаю других тренеров, вообще, вот как формат такой вот, именно тренерский. И считаю, что это не камильфо лезть вообще в тренировочный процесс других тренеров. Вот. Но это когда... нас, да, между коллегами. Да. То есть
Я могу там спортсменам тестирующемуся рассказать вот мое видение, но я несколько раз скажу, что только твой тренер, ты ему покажи вот эти все данные, если он хочет, тренер твой, пусть позвонит мне, я ему тоже расскажу, что как. Но я не могу говорить то, как тебе тренироваться, потому что это видение твоего тренера, там, ну как бы, ты выбрал этого тренера, тебе с ним идти. Вот. Вот. Просто еще ж как бы и запросы учеников или клиентов, да, они как бы иногда отличаются от той реальности, которую они в состоянии вывозить. Вот. И выходит, что тренер пытается как-то вписать эту всю историю под то, что есть. Вот. Потому что менять мало что можно. Вот. И выходит такое, что или как бы ученик ожидает что-то одно, они делают как бы улучшает ситуацию, а потом такой, блин, ну я же вообще другое хотел. Чувак, ты скажи спасибо, что ты хоть это сделал, ты вообще ни на что не был способен. Тренер тебя поднял, а ты так, типа, тебе не нравится. И фишка есть, когда люди, типа, ходят по всем тренерам, собирают общее мнение, и потом как бы несут своему. Я говорю, так, а зачем вы так делаете? Ну, это неправильно. Если вы же доверились одному человеку, вот как бы доверяйте, пока вы с ним сотрудничаете, это будет правильно. А такое общественное мнение, оно просто в перспективе ни к чему хорошему не приводит, кроме как решения каких-то нюансов. Ну, совершенно верно, совершенно верно. Ну и, к примеру, там, ну вот я вот считаю себя очень грамотным как бы планировщиком, но я скажу так, ну вот у меня большой опыт тренерства и как бы, и, как бы опыт спортсмена, но я скажу, что я очень многого не знаю. Реально. И вот это вот, ну, как бы, вот это осознание, оно как бы дает мне возможность учиться все время. Ну, вот. Вот, на чьих-то ошибках, да, там, читать, там, изучать. Я не боюсь этого признать, что я могу чего-то не знать. То есть, но какие-то очевидные вещи, то есть, как доверие графикам, доверие, вот, там, результатам тестирования, вот, ну я как бы им верю полностью и доверяю, то есть это вот как бы признание. И когда тренеру спортсмена он тренирует, он что-то планирует, то есть, ну хороший тренер планирует, то есть он планирует там, что там, к примеру, через полгода мы будем вот с такой вот формой там или что-то там, а раз там спортсмен через 3 месяца такой, я ждал форму, а ее нету, и уходит к другому тренеру. Да. Потом другой тренер то же самое, 3 месяца, и все, типа, потому что спорт — это длинные инвестиции, это инвестиции в себя. Вот. У нас в Украине очень тяжелый рынок, и тяжелый в плане осознания нужности спорта для жизни. Нужность именно такого любительского, аматорского спорта хобби. У нас люди не у нас он настолько как бы обесценен, вот, что люди типа очень к нему легко относятся. Типа это херня какая-то, детский сад, вот это, знаешь, типа я уже в школе свое отбегал, вот мне хватает. Да. Типичная история, да. А я скажу, что неправильная программа тренировочная, она может быть стать причиной тому, что вы умрете на 10 лет раньше. А хорошая программа тренировочная может сделать так, что вы умрете на 20 лет позже. Ну, к примеру, это образно. Но смысл такая, что тренер, ну, это же он управляет как бы вашим здоровьем, физической формой. Зачем доверять либо самообучению, это, ну, вот, самообучению, самотренированности, вот это вот направление. Если можно нанять, реально не пожалеть денег, и нанять очень хорошего тренера. Вот. Это то же самое, как мы боимся покупать хорошие зубные щетки, дорогие, да, там, нормальную зубную пасту, полоскалки, нитки, и делать это все как бы с зубами своими. И мы не боимся, блин, заплатить за ремонт зуба там 300 баксов. Да. Так вы разделите это 300 баксов на сколько щеток вы можете там купить себе, у вас будут здоровые зубы. Ага. Ну, вот как бы все как бы в сравнении. Ну, просто знаешь, вот это социальное состояние психики людей, да, вот как бы разменная монета, это типа бегом сейчас,
Вот, что будет потом, мы как бы не думаем в перспективе. А если долгосрочно смотреть, то это невыгодная позиция, потому что ты проиграешь, а падаешь опять, потом опять перезаряжаешься, как бы, потому что жизнь не закончилась, надо что-то делать. И ты опять изнашиваешь себя, и вот эти вот инсулиновые качели, я называю жизнь как Ну, это инсулин. правда, да. Вот, да. И ты такой, блин, коматозник просто. Только одна истерика разошлась, вторая истерика разошлась. И он... А просто спорт учит чему? Выдержки какой-то, терпимости какой-то, адаптации под ситуацию, думать наперед. Вот как бы это все в мелочах, оно прокладывается, ты смотришь уже, у тебя подход к жизни меняется. Если ты раньше это был так, пофиг, а сейчас то не пофиг. Вот уже надо что-то там как бы соображать чуть-чуть наперед. И ты за детскость просто смотришь как бы по-взрослому на то, что ты делаешь. Все верно, все верно. Ну и основа спорта — это научить как бы тело адаптироваться. То есть тренер обязан вписать спорт в жизнь спортсмена и сделать это максимально комфортно, чтобы спортсмен понял и научился, что спорт — это хорошо, что спорт может только приносить положительные эмоции и подогревать твою жизнь. Вот. Вот это как бы у нас качественное спортивное. В этом году стал же, так сказать, с организатором, собственно, спортивным директором серии гонок «Триатмен». Subaru Triathlon Series — это гонки по триатлону. Мы сделали в этом году три гонки: спринт триатлон Украинка, акватлон на Оболонском острове, вот, и на Блакитном озере чемпионат Украины на длинной дистанции, на средней, значит, среди аматоров и среди мужиков. За все эти старты, ну, статистика, 1200 людей как бы мы обработали, значит, на последнем, на половинке, вот весь этот был 660 человек, спортсменов. Вот. И организация гонок Триатмен для меня это как такой жизненный, большой жизненный этап. Если честно, я его тоже не хотел. Меня к нему подвязали. Вот. И, ну, подвязали, сказали: «Антоха, на тебе, Давай, жги, занимайся». Да, а мы жги. поехали в Канаду. Я говорю: «Спасибо. Я не знаю, вас благодарить или расстраиваться, но…» Это день заниматься, ты еще опыта наберешься, еще такого. Да. И вот как попробовал себя как спортивный организатор, честно говоря, очень сильно понравилось. Это, будучи, ну, как бы спортсменом, ты не знаешь, что там за кулисами происходит. И Какой там реально вот… тяжа и переживания, еще больше, чем когда ты спортсмен. Это вообще жесть. Вот я выступал сейчас на длинной дистанции чемпионат Украины. Пишет, что ты досвидания, Лиден. Да. И на гонке, которую организовывал. Значит, я приехал на локацию вот за день, в день перед стартом, протягался целый день, заборы там, все там, короче, стройки, выставление буев, это прыгание из воды в песок, выставление этих, таскание этих заборов, железок, транзитки, ящики, не считая вот это все вообще головной боли, что это туда, это сюда, ты кто вообще здесь, там, ну, и так далее. Я пришел, у меня ноги вечером были как сосиски, как сардельки какие-то. Я думаю, какой нафиг завтра старт, я реально ходить не могу. Плюс еще там ковид за 2 недели, это жесть вообще была. Ну и, значит, 15 минут ноги на стенке, чуть-чуть там помассажировал, Какие-то там. дренажные, может, надо, нет? Да, поспал до 4:20, позавтракал, в 5 утра выехал уже на локацию и пытался там уже что-то доделать там с раннего утра. И старт, ну, как бы старт у меня был такой там: ты вот так тут ты одеваешься, тут ты с микрофоном там рассказываешь, куда плыть вообще. Ну, это, ну его в баню. И Знаешь, реально… железный человек, а ну-ка посмотрим, насколько ты железный. Да, это честно, это вот так вот и было. Это вот так вот и было. Проверим. Когда ты
афишируешь, ну, реально, как бы мне было после ковида очень тяжело, она далась, и просто я бежал не свои, ну, к примеру, я пробежал там 20 километров у нас не получилось сделать там 21 километр, у нас было 20 километров, и я пробежал, по-моему, по 4, средний темп 4 минуты получился. Но я как там, я бежал первые 7 километров по 3.45, по 3.46, для того, чтобы сделать себе запас, чтобы уже контролировать других людей, как бы, соперников, что они там точно как бы не догонят, а я смогу оставить силы на любой финишный как бы бросок, рывок. То есть, если я буду видеть, что кто-то приближается там, то я как бы... Ну, есть разница. Вот это профессиональный спорт, это когда ты бежишь на место, на победу. Тебя не интересует время, за которое ты сделал. Тебя интересует важно только победа, либо призовое место. Все. Вот. И от этого строится вся тактика. Ну вот. И я пробежал по 4 минуты, и вот на минутку из моих результатов таких топовых, это на чемпионате мира бежал я 30 километров в триатлоне со средним темпом 3.36. Только 30 километров. Вот вся как бы разница. Тут 20 км, фокуса нету, лицо зеленое. В астрал пошел, да? Ну, я не знаю, просто после ковида, или там даже считаешь, что ты заканчиваешь болеть, да? Ты выздоровел на финише. Да, реально выздоровел на финише. Вот, и финишировал. Думаешь, так, сейчас я пиво выпью быстрее и пойду дальше организационными моментами заниматься, понимаешь? Быстро, видишь, форму поменял? Да. Поплатился, и все. Тебе еще награждение надо было себя, да? Наградить надо было? Да. А, да. Но пиво реально все сделало, я просто как бы воспрял духом, силой. Да, она меня обратно включила просто. Ну хорошо, как изнашивает состояние психики вот такие вот, ну, это же качели реально для тела, для мозга вообще. Тут ты болеешь ковидом, тут ты организовываешь, тут ты бежишь, тут ты пиво пьешь, тут ты награждаешь. Вот это сильно такой накопительный, знаешь, стресс. С него просто не выходишь или как бы как ты отдыхаешь после такого всего? И поехал на велике 130 километров и отдохнул. Как я отдыхаю? Я просто бухаю в день после финиша. На самом деле лучший отдых — это переключение. То есть какой-то период там жизни спортивной я научился переключаться. Это был период, когда вот нужно было и работать физическим трудом, и тренироваться. И вот этот период меня в жизни научил именно переключаться. Я смог переключаться от физической нагрузки к умственной, либо там наоборот, либо со спортивной физической на физическую неспортивную. Ведь ты вот, к примеру, ходишь там по заводу, цепляешь, к примеру, камеры там. У тебя там низкий пульс, ты ходишь все время, гоняешь кровь. Это тоже восстановление. Ну, не считая, конечно, кучи пыли, которую ты вдышал в себя. Вот. Но как бы это все равно как бы часть как бы восстановительной нагрузки. И нужно просто проще как бы всему относиться, четко ставить цели, четко понимать, как ты к ним идешь. То есть понимать там планирование своего, ну, там, своего движения к цели. И все, ну, нет ничего невозможного. Есть как бы просто... Так и с паники ко всему относиться, да, типа? Вот я, например, конечно, тоже, я по графику себе там, типа, одно сделала, второе сделала, третье сделала, и ты вот как бы день пошел и такой, о, классно, все, хороший насыщенный день, поработали, вот, теперь отдохнем. Утром просыпаешься и поехали опять. Да, да, да. Ну, главное, чтобы оно не получалось в такой, как бы, как день сурка, чтобы оно просто такой, как... было в балансе там, да, хотя бы разнообразие какое-то, да, там, погулять там, я как бы люблю, ну, там, зимой люблю ходить в бары, там, я люблю выпить вискаря в баре, там, в пивные, там, бывает, хожу, ну, как бы, не, ну, это не каждый день, это, там, раз в две недели, там, раз в неделю, но я считаю, что это нужно, как бы, вводить. Ну, для меня это важно, потому что я именно
расслабляю мозг, я как бы отвлекаюсь от этого стресса, который у меня накапливается, и просто другого легального способа расслабиться я не вижу. Я и так хожу на массаж, в баню, я в баню очень люблю, и хожу в баню, на массаж, там, то есть я баню даже, ну, очень редко так, чтобы я там баню пропустил. Я там, если не схожу на этой неделе, то точно на следующей схожу. Вот. Вот очень важный, кстати, момент вот во всем тренировочном процессе у всех. Это правильно подобрать дни отдыха и что спортсмен в них делает. Потому что очень часто у нас пренебрегается. У нас день отдыха — это просто отдохнуть. А день отдыха — это такая же тренировка. Просто нужно приложить усилия. Нужно сходить в баню, нужно сходить на массаж и запустить этот процесс. Отдых, получается. Да. И вот большая благодарность ребятам, специалистам из массажной студии «Физиокей», Диме прежде всего, вот, ну и Виктору ж тот. Значит, Дима меня готовил, и Дима, первый раз я к нему пришел, там говорю: слушай, у меня, говорю, чемпионат Украины на спринте через 5 дней, я тут Ironman недавно сделал. Говорю, я просто в хламину. Он такой: сейчас сделаем. Да. Я говорю, поэтому мне надо, говорю, да, мне надо, говорю, вот так вот тонус сделать, вот так тут убрать, и так, чтобы я размялся, этот тонус вернул назад. И он такой: окей, я смогу еще сделать с этим. И понял, говорю, все нормально. Я отгонялся, занял 5-е место. Ну, хотел в топ-3, попал в топ-5. Хорошо, что не в топ-100. Слава богу. Вот, значит, я ему звоню, говорю, все отлично зашло, все хорошо. И я к ним после этого все время ходил. То есть они как бы очень хорошие ребята, хорошо восстанавливают. А ты к ним попал? А я у Гены массажировался. А Гена кум Виктора, получается. Вот. Ну, классно. И, короче, так попал там. Про крайний айрон расскажи. Слушай, ну это у меня сакральная реально эта история. Это просто, это вообще, это... Многие невзгоды я связываю именно с тем, что я собирался туда гоняться. Значит, в 2020 году у меня довольно хорошая форма подготовительная. Я уезжаю на сборы в Испанию. И сижу там, значит, тренируюсь, готовлюсь к Ironman Lanzarote. Сделать его первый раз с целью делать его 5 раз последующие года все. То есть сделать каждый год по одному этому Lanzarote. Вот это это не экстрим триатлон, но это очень тяжелый Ironman с очень большим набором высоты. И это тот Ironman, на котором просто, если ты не давишь там меньше 360 ватт, не можешь там выдержать там их в течение там 20 минут, 15, то тебе там просто делать нечего. Потому что такие горки затяжные и довольно крутые, ты в них крутишь эти 360 ватт и едешь 12 км/ч, у тебя просто нету легче передач, ты просто как бы умираешь в нее, но она реально убивает. Вот. И я как бы готовился к нему в 2020 году. Имел очень хорошую форму. И, ну, реально, я уже там вернулся к тому, что я на тренировках бегаю там 30-ку по 3.50. Такую переменочку. Там 4 минуты, 3.48, 3.46. Средний там где-то 3.50, 3.52 получается. Вот. Вело, ну, я тренировался тогда без ватт, но там нормально, короче, все было. Короче, ковид. На последнем самолете возвращаемся в Украину, все, локдаун там. 21-й год уже вопросы были с выездом, и не было четкого сезона. Lanzarote перенесли на середину лета, и там, честно говоря, ад одейший среди лета в Испании, на меридиане, на экваторе, и там очень жесть, жарко-жарко. Вот, думаю, буду к 22-му году. Готовится, все, 21-й год уже начал. У меня проблема с весом, у меня всегда есть лишний вес. Вот, я его набираю 5-6 кг за межсезонье. Это типа, когда ты отдыхаешь, набираешь? Так
пиво убирай, и все будет четко. Я не могу его убрать. Мне кажется, порой, что я сделал его топливом. Ты на дрожжах бежишь. На дрожжах, да. На железных дрожжах пивных. Значит, я уже готовлюсь, значит, к этому старту. У меня довольно уже как бы в феврале хорошая форма. Я начал крутить станок пораньше. И, значит, уже готовлюсь выезжать на сборы в Турцию. Все, у нас билеты были 26 февраля в Турцию. Ну, короче, 22 уже. 21 этого... А, 23 февраля сходили на тренировку, на плавание на 7 утра в бассейн «Полтинник». Реально, столько людей не было никогда в жизни. Все пришли там просто таким количеством людей, потому что все там, мудила сказал там 22 февраля, что типа это операцию, и видно, все перенервничали, утром все 23-го пришли. Я вечером помню, 23-го еще были теплые дни такие какие-то. Я вечером помыл машину, вот, баки полные у меня уже были все время, я там на полных баках там ездил, там не допускал большого расхода. Ну и 24-го, конечно, все мы знаем, что случилось. Вот, полгода без спорта, ну, фактически, то есть у меня не было даже одежды, то есть я выехал там, с Харькова выехали вообще без ничего, там у меня задача была вывезти всю семью, и потом у меня появились кроссовки чуть позже, там передали, друзья-поляки передали кроссовки, одежду беговую, и начал бегать в... Там, где жил, на Западной Украине. Вот мы жили группой там в гостинице полгода. Я всегда мечтал жить в гостинице. Думаю, это так классно, ездить, жить в гостинице, ездить на арендном автомобиле. Ну, у вас не очень, да, ситуация? Не очень ситуация. Да, в гостинице это когда ты уже не можешь ходить в ресторан гостиницы. Тебя тошнит от этой еды, тебе хочется просто... обычное домашненькое какое-то, тебе не нужна, тебе нужна какая-то эта некрасивая жареная картошка с яичничкой такой поджаристой. Ну, то есть, ну, это просто, это формат, ну, короче, это жесть жестокая. В 22-м году я уже вернулся, переехал в Киев западный, ну, уже начал тут что-то затевать, уже новый клуб, и мы вдохнули заново Киев, наш Кит-триатлон, и... Скажу так, в войну у нас клуб не распался, мы удержали наших спортсменов, вот, почти все тренируются, и тренируются удаленно, либо очно, то есть, и набрали новых людей, то есть, я горд, что, ну, мы смогли за войну как бы все воздержать. 23-й год наступил, думаешь, Ланзарот, снова наступило время, падаю. Весною падаю жестко на велосипеде с травмами серьезными, и отменяю подготовку. Вот. Оно как бы такое, как бы такие года, ты уже забываешь, что это такое Ironman, и начинаешь уже даже немножечко побаиваться его. Вот. То есть, если раньше все шло как по, да, как по накатанной, ты в себе уверен, а тут ты уже как бы не понимаешь, что будет. Я уже думаю, ну в 24-м, ну уж точно уже, какая бы форма ни была, уже откладывать некуда. Ну, удается все, делаю хоть какую-то там базовую форму, и выезжаю вот на старт, стартовать. Слава богу, все получилось. Вот, конечно, вело это было на 150-м километре. Меня вообще уже выключило, я уже начал думать, ну лишь бы доехать. Я просто... очень легко крутил педали, просто чтобы дожить как бы до финиша. То есть дует ветер в спину, немножко раскрутил, плечики расслабил, раскрыл вернее, и по ветру так топ-топ-топ. Смотри, какой ты живой, когда ты рассказываешь, видишь? Тяжелость. Ну я говорю, я вот попал на этот Ironman снова, я даже в Инстаграме писал там, что я попал в эту Ironman Village, да, в эту деревню триатлона. И я снова вижу этих людей, я снова понимаю, да, вот оно, вот это мое. Вот я окунаюсь в эту вот... Скоро мы все тут будем мучаться, умирать там. Ну, Ironman это про
реально про усталость, это про эмоции, когда на истощении. Айронмен делают те люди, которые любят пахать. И да. Пахать от этого, что ты типа так да. можешь довести да. себя до такого состояния и жить да. на нем, как бы сколько-то там часов. Правда, это так и есть. Угу. Вот. И просто я туда попадаю, думаю, наконец-то. Это мое все. Вот. Ну, оно как бы меня эмоционально, в принципе, держало. Я выбегаю, значит, на бег, думаю, так, сейчас спокойненько, не надо никуда спешить, там, по 4:20 там, побежал там себе. Ну, конечно, поднакрыло, надо было быстрее начинать, там, чтобы все равно оно на то и вышло бы. Все равно как бы просто нагребает, там, объема не хватает тренировочного, все равно тебя нагребает, ты все равно устаешь. Поэтому нужно было начинать, как всегда, и уже как поставила там по туалетам. Но после финиша уже сидел, и я такой, это я очень люблю время после финиша триатлона, потому что у тебя это ощущение непонятной такой полной. Да, я это... здесь, я еще живой или я уже там? Да, и у тебя еще ощущение... завершенности, вот ага. полной завершенности процесса. Тебе завтра не нужно на тренировку, послезавтра тебе тоже на нее не ничего надо. Не мало того, тебя тебе ближайшую неделю вообще почти никуда не надо. Хорошо, если еще самолет как-то там а. Позже, знаешь, там, то тебе вообще ты отдыхайся и не наслаждайся жизнью, да. Пей пиво, занимайся сексом и все, и получай положительные эмоции от просто живи, как бы. Mm-hmm. И вот это вот время после финиша, это время, когда ты расслабляешься, и ты полностью живешь. Отпускаешь. Ну, сначала живешь на гонке, потому что вот это вот эмоции процесса соревновательного, когда ты там mm-hmm. гоняешься, когда там 20 этих профессионалов там. Ну, это вообще... И Айронмен там, ну, там выступали ребята, которых я там когда-то обгонял, там, мои сокомандники, там, бывшие, там, люди, которые там сейчас очень сильные, с которыми мы раньше пересекались, они были слабее, там. И все мы там друг друга знаем, и там человек 20, там, на старте я с ними трекал. О, привет, трекал. Старичок, так да. И я еду такой спокойненько, там, они мне, о, хай, Антон, хай, хай, keep going, там, они мне поехали. Следующий, хай, Антон, я там, привет, там, поехал. Хай, Анна, и все там, и ты едешь, да-да-да, там, хай, хай. Я тут поздороваться приехал на гонку. Да-да, я тут, ребят, я тут проездом, я просто покатаюсь. Просто по тусичкам. И все, и оно, конечно, ты понимаешь, что ты в этой, как бы, тусовки вот этой верхней, как бы, верхних триатлетов ты был, и как бы это круто, очень эмоционально. Вот. Классно. Короче. Хорошо, ты сделал, финишировал. Потом эйфория неделя, две, месяц максимум. Когда... Ну, смотри, у меня был, теперь же я как организатор могу подписываться энергией соревнующихся в моих людей. Стартах, других людей. Теперь я приехал, там, триатлон Украинка. Да, закатил вечеринку, триатлон Украинка, попитался ага. ими энергией. Потом акватлон, потом, не вернее, потом своя гонка, потом акватлон. Ну и так живешь вот чуть-чуть. Просто важно... Для меня важно было это ощутить снова. Когда ты ага. это снова ощущаешь, ты понимаешь, куда ты можешь вернуться. Mm. Вот это как бы... Кто-то еще ждет вопрос. Тебя, которое, да, типа никогда не закончится. Да. Я же говорю, что Айронмен был до твоего рождения и после да. уже будет. Да. И надо быстро в следующей жизни родиться и повторить. Да. Достонал это. Да. Конечно же, безусловно, моя цель это сделать в ближайшем обозримом будущем все-таки. Вот у меня 37, сделать 50 айронменов. Mm-hmm. Я думаю, я к этому приду. Надеюсь, я в следующем году действительно сделаю 3. Хорошо, если еще найду спонсоров под это все, потому что уже как бы тоже надо уже как-то это все тянуть. Поддержать, да. Поддержать, mm-hmm. вот. И, ну, реально, это этим стоит жить. И на наших стартах, вот Subaru Triathlon Series, я стараюсь передать эту атмосферу и стараюсь транслировать максимально эти
эмоции именно вот триатлона большого, айронмена, эти эмоции спортсмена. Не всегда, конечно, получается, но, блин, я к этому, ну, мы к этому идем, вот с нашим директором Аней Пилипенко, мы к этому идем, и я думаю, что мы к этому придем. Просто, Жош, ну, идем, спотыкаемся немножко. Ну, у нас как люди вообще, они тяжеленькие, они не понимают, что делать вообще. И выходит, что они как бы на одно настраиваются, а потом тут ты шутишь, они такие, в смысле шутишь? Нам сейчас стартовать, ты шутки шутишь? Как что-то сходится? Надо, ну да, да, но надо легко это все воспринимать, не надо быть там жестко зацикленным. К примеру, вот были старты, мы с Виктором Зенцевым вместе стартовали. И стоишь такой, или там с кем-то другим, там, значит, стоишь и такой, тупо вот ты уже старт там через минуту, а ты стоишь и друг другу рассказываешь анекдоты. Типа, после финиша такие, подожди, я не договорил. Да, а было такое, я тебе скажу, было такое, анекдот прерывается посреди старта, финишируешь и такой, так вот же я дорасскажу теперь. Прикинь, сколько времени. Да, 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 да. Прикольно, конечно. А бывает, там ты едешь, там и одна песня тебе как в голове как заезд, и ты такой ее постоянно там. А. Вот а. У меня было такое в Сухолучье на половинке. Заела песня этот группы «Ноль», «Человек и кошка». И значит, у меня «Человек и кошка». Здорово, я пел. Доктор едет, едет, да, свою снежную равнину. Порошок целебный людям он несет. Ну, короче, вот в таком ну, формате. Классно, что ты побывал во многих странах, местах, увидел, да, организацию, напитался этим всем. А теперь можешь как бы тут это все, хоть в какой-то мере это все реализовать. И у тебя есть поддержка, потому что ты же не один, есть же другие тренеры, вот организаторы, которые... Это упрощает намного вообще формат, это все, да, организации. С поддержкой, да, легче. Да, да. Вообще, самая лучшая поддержка – это поддержка близких людей, друзей. Вот. И реально вот, ну я не знаю, я вот очень как бы, у меня довольно много друзей именно и реальных друзей, с которыми мы уже там добрый уже третий десяток лет, да, там, и это люди, на которых я всегда могу положиться и которые реально поддержат. Угу. Скажет, слышь ты, собрался, пошел, да, собери там этот, свои вот эти вот все пакетики. Да. Ну, просто знаешь, когда ты говоришь какой-то идеей, тебе все равно хочется, чтобы рядом как бы тоже поддерживали эту идею и хотя бы были как бы рядом и говорили, ты молодец, ты там вот можешь, все, мы за тебя. Делать, в принципе, не всегда надо что-то, надо поддержать человека, потому что у него как бы воспроизводится энергия на реализацию дела. Они такие с корня срубили, да нахер оно надо, все, да все, вот это, да, все заканчивает, да, вот, да, детский, да, сад, вот это, да, взрослые мужики в трусах, что это за херня такая, типа, нормально сели, вот, как бы, ну, короче, вот это вот вся история. Так и вот, но, получается, ты же одно другого не отменяешь. Потому что ты можешь и побухать, да, и триатлоном, да, заняться. Да, я учу своих спортсменов расслабляться, научитесь расслабляться. Не нужно вам, ну вот, бывают, конечно, противопоказания, но, да, нужно расслабляться. Расслабьтесь, и все тогда пойдет. Поэтому нужно переключаться. А то вот идут как... Вы даже понимаете, воздержание, это же не только там люди воздерживаются от алкоголя. Люди воздерживаются там даже от секса. Я говорю, зачем вы это делаете с собой? Все, понимаешь, вот все в процессе. От этого воздержись, это от этого. От этого. Дорогой мой, а когда ты жить будешь, если ты от всего воздерживаешься? Вот, да, так вот надо. Все как бы надо в балансе держать. Ты такой как бы... Батя сел, знаешь, рассказал все, сейчас я вам расскажу. Представляешь, что твои будут говорить. Это норм... Вот это поддержка тренера, видишь? Сел, рассказал, что надо делать, как надо делать, да, и все. Сейчас пойдут результаты на выходных. Пойдут, конечно, куда им деться. Вот. Ну, мы пока в первых, наш клуб пока в лидерах еще по клубному зачету. Надо чаще интервью
интервью писать будет еще веселее. Они такие, что-то новое про тебя узнают. Да. Да. Потом, не дай бог, вот эти все скелеты со шкафа выпадать начнут. Лишнего не надо, да? Да, тут главное это, лишнего действительно не рассказать. Вот. У меня есть очень хороший друг, сейчас спит, вот он на кровати, это питбуль у меня, Рич, значит. Сейчас... Вот, значит, где он там? Какой лапы сложил. Вот. Смешно. Ему уже как бы 9 годиков, вот. Он до сих пор бегает, раньше мы когда-то с ним бегали, он и 14 по 4.20 мог пробежать, то есть мы как бы спарринг-партнер мой. Сейчас такой устает уже, так уже лень ему там много бегать там. Но еще восьмерочку там может там по 4.50 там про этот прыжком. Нет, когда у меня собака бежит быстрее, чем ты, да? Да. Да-да-да. Да, у нас там были моменты, он плавает хорошо, перебью, он плавает хорошо. И были моменты даже, у нас в Инстаграме в клубном есть, где мы плаваем на открытой воде, а я питбуля запускаю за ребятами. И говорю, кто плохо плыть будет, тот будет съеден. Так хорошо плыть все начинали, вот честно, я тебе говорю, это лучшая мотивация. Не знаю почему, но я боюсь, да, и буду да, быстрее. Да, но он очень дружелюбный, он очень социальный такой пес, реально, но и все это как бы в клубе знают, но все равно ноги от него пытаются унести. По форме, да? Почему кит и почему красный? Красный цвет огня, красный цвет достижений. Вызов. Вызов. Красный цвет борьбы. Вот. И почему кит? Ну, по-английски эта аббревиатура звучит Killing Internal Thresholds. Реально сложная аббревиатура. Это разрушая внутренние барьеры. Mm-hmm. То есть, почему именно в таком, типа, не разрушать, а разрушая? Потому что любой спортсмен, занимающийся триатлоном, или там спортсмен, выступающий на длинных дистанциях, он разрушает свои внутренние барьеры, внутренние ограничения. Uh-huh. Поэтому вот кит. Uh-huh. Как бы вот так. Преодоление каких-то внутренних страхов, там боли, наверное, да? Да, uh-huh. Да, да. Uh-huh. Вот. И этот, ну, формат такой у нас красно-черный. Ну, у нас была еще красно-серо-черная форма. Уже сейчас красно-черная. Просто как-то стараемся идти там в тренде с ну, так сказать, с модой совсем. Вот. Короче, и, ну, так... У нас есть ребята, которые занимаются одеждой, дизайном одежды, и ну, как бы по их наставлению, ну, мы разрабатываем там такой там дизайн, там, что это там в тренде. И, ну, как бы у нас сейчас красно-черный такой, это как раз флаг нашего такого сопротивления. Загарбный. Mm-hmm. Вот. Ну и дай бог флаг перемоги, да. Вот. Как он будет. Какие-то у вас брендовые фишки есть, там, не знаю, там. У нас есть все. Мы выпускали. У нас были даже свои соревнования в кит-триатлон. Uh-huh. Там мы проводили триатлоны, разделку, велобатлы проводили, дуатлон в Харьковской области, и медальки даже в виде кита были такие. Uh-huh. Вот. И у нас и кепки, и носки, и одежда вся как бы у нас, ну, у нас все брендировано. Заряжено, в общем, пацаны. У меня еще и машина брендирована. Ты ехал, уже все знали, что о, Антон поехал на соревнования. Да, да. Соотношение мужчин и женщин в клубе. Соотношение мужчин и женщин в клубе. Ну как, фактически один к одному. Наши девушки, девушки каждого спортсмена в нашем клубе, им большая благодарность за то, что
они нас поддерживают, бегают за нами везде, как неприкаянные, понимаешь, что они не вставляют палки в колеса, когда ты тренируешься и готовишься куда-то. Вот, поэтому даже если они не тренируются, не готовятся к триатлону, то они тоже наполовину триатлетки точно. Поддержка. Потому что поддержка реально, но без нее все равно как бы никак. Вот. За это очень сильно как бы благодарны все. Вот. И спортсменок именно, сколько же у нас спортсменов? Ну, честно говоря, раньше было чуть-чуть побольше. Сейчас да, сейчас вообще мало. Сейчас вообще мало. Сейчас, наверное, 5% занимающихся девчонок. Нам нужны девчонки. Девчонки, приходите к нам в клуб. У нас очень хорошо. У нас классная атмосфера. У нас просто... Да, замужние приходы. У нас фантастические тренера просто. А ребята какие у нас прекрасные. Вообще, девчонки, ждем вас. Просто вот нам без вам. Ссылочка просто внизу. Ссылочка будет в описании. Да, подписывайтесь, колокольчик, пишите. Ну вот, реально, нам очень нужны девушки. Девушки, мы вас будем любить, тренировать, и все будет хорошо. Все четко. Да, все будет. А я не начинаю там заканчивать интервью, давай что-то еще расскажи. А то, знаешь, такой призыв, сейчас все девочки пошли... Да, но тут главное без перебора, потому что 2-3 атлета в семье, это реально как бы не надо сильно... Кто-то плохо. Спортсмен, кто-то поддержит, да. Потом на следующем году наоборот. Да. Да, хотя бы так там. Вот, потому что реально, если 2 спортсмена в семье, это очень сложно. Ну вот, а на что, на чем закончить? Придумал тут одну штуку очень для соревнований в межсезонье. Дело в том, что у нас каждый год вообще как бы осенью нету соревнований особо. Все выпадает, там никто не соревнуется, ну там бега обычно такие как бы. Нету ни велосипеда, ни плавания, ничего. Так вот, придумал такую штуку в этом году всем крутить, бо будет очень интересно, потому что будут соревнования такие, где надо будет покрутить, потриатлонить в помещении немножечко. Вот. И в интересном формате это все сделаем, в интересном движовом формате. Также для пловцов будем делать дистанции как бы плавательные. Так что тоже не расслабляйтесь, булки тренер. Булки не расслабляем. Да, булки не расслабляем, готовимся к триатлону. Все будет, не переживайте. Вот. Ты зарядил прям людей, смотри, они так смотрят, этот, сирена, свет выключает, пофиг, сел на велик, там ничего не выключают, помылся где-то в озере, нормально. Да. Только... Да. Вот это, кстати, вот эта фишка тренировок в момент, когда, типа, морально накрывает, ты как бы уходишь в свой мир, и ты такой, а что, тревога была? Такой, что? Нормально, все пережили. Потом, так знаешь, война закончилась, такой, а что, война же закончилось? Такое с триатлона вышел. Да, ну у нас такая вот эти вот, особенно первые месяцы войны, у нас люди, которые, ребята с Харькова переехали, ну, в любой другой город, они, ну, мы выезжали реально только как бы в том, в чем одеты были, и реально спортсмены устояли как бы психологически в жизни только потому, что ну вот, это уже это от них прямая речь. Спасибо, тренер, за то, что у нас был тренировочный план. У нас было в жизни единственное, что было стабильное. Это был тренировочный план. И он не дал раскиснуть, он не дал уйти в депрессию глубокую. Он дал энергию и дал как бы вас, такой пинок под зад, чтобы не оглядываться, а начать жить заново. Пофиг на те квартиры, дома, что мы там потеряли. Просто берешь и начинаешь жить заново. У быстро тебя есть... меняешь отношения. Да, да, да. Вот, то есть тренировочный план, это реально для многих спортсменов нашего клуба, это был спасательный круг. Вот. Прикольно. Я с тобой тоже ушел, говорю. Также в клуб, кстати, приглашаем военнослужащих. Вот, у нас для военнослужащих отдельные условия. Вот. Приходите, готовьтесь. Также для военнослужащих на Subaru Treatment Series у нас
специальные программы, дисконтные, вплоть до оплаты за 10 гривен стартового взноса. То есть это наша как бы такая социальная как бы ответственность наша. Вот. Поэтому приглашаем военнослужащих всех попробовать, что такое триатлон. Класс. Я думаю, что перспектива спорта, она только растет, потому что стресса много, его надо куда-то девать. Вот, как-то справляться с этим всем. А когда ты там сегодня покатался, завтра поплавал, послезавтра побегал, да. И там две дисциплины, оно как бы очень сильно разгружает голову. Да. И помогает справиться, вот как бы. Потому что есть стрессовая ситуация, когда ты в состоянии аффекта, и ты такой как бы включился, а потом тебя на гребая через месяц, через два, через три ты начинаешь сейчас анализировать. Вот, и вот и люди впадают в такое депрессивное состояние. Когда ты со спортом это проживаешь, оно как бы быстро зачищается, как говорится. Да, да. Вот, поэтому... Главное не опускать руки, не бояться идти вперед, что бы ни было. Ну и для ухиляющихся тоже, от ТЦК тоже можно убежать. Есть еще. И погнали. Так, на этих соревнованиях, на этих выходных соревнованиях, да? Не. Следующий? Не, у меня нет уже все. Я уже сезон закончил. Теперь я только организатор. Не, у нас ребята бегут марафон «Белую церковь», и кто-то бежит еще киевский, вот «Run Ukraine» марафон. Вот. Это вот у нас туда уже все готовятся. Ну. Короче. Просто никто не занимается, просто прийти посмотреть на этих китов, потому что они там бегают. Конечно, просто конечно. Да и вообще, поддержка. Вот, а потом... Чата, может, придут. Да, у нас вообще, у нас секси пипл такие все, киты. Самые... Так, хорошо, давай пожелай что-то людям, которые еще не в триатлоне. Триатлон намного легче, чем кажется. И заниматься им намного легче, чем заниматься чисто бегом и готовиться к марафону. А готовиться к марафону, когда ты тренируешься в триатлоне, еще легче. Поэтому не бойтесь. Грамотный тренерский подход оптимизирует все время, все расписание. Вот. Тренера замотивируют. Вот. И приведут вас за ручку к вашим целям и к вашим высоким достижением. А если их нет, то они придумают вам цели. Да. Да. Классно. Ну все, тогда еще я предлагаю в следующий раз больше про соревнования какие-то мы выберем, какие ты более всего запоминаешь, да, вот как бы по дистанции, что кушал, что там, что вспомнишь, да, поделиться, в чем бежал, что ел, что пил. Вот, какие тренировки, да, чтобы это людям было более такого прикладного, живого, да? Конечно, конечно. Ну, супер тогда. Спасибо за время. Да. Не набирай 5-6 килограмм, а то тяжело скидывать. Ну, я постараюсь не набрать. Я буду. Я уже начал в зал ходить. Там все, сейчас мы... Подкачаться. Да, подкачаемся. Там этот с фразой «I'm sexy and I know it». Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, тебе тут уже благодарят. Все. Пора. Спасибо большое. Всем пока. Велико дякую. Всім спорт, всім перемог та перемог. Все, пока. Пока.